Нет, не пенальти. Пенальти! Да, 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 да. Игрок. Посмотри. Юй в обороне. Это просто удивительно. Понятно, что здесь все грамотно делал иранский форвард Тареми, но Демираль, ну, вылетает. Да, посмотри, посмотри. Откровенно, мне кажется. Да, пенальти. Ну, здесь, может быть, не так все очевидно, хотя все равно. Ну, это не... Да, Демираль мяч убрал, ну и, безусловно, Тареми очень-очень грамотно сейчас поставил. Сейчас бар, да? Да. В спину опередил Демираля, а Демираль... Хотя... Да, и... Спорить, потому что бар. Второй и третий повтор несколько смущают. Кажется, что Демираль... что Тареми буквально... Давай, еще честный, еще честный, давай, давай, еще честный. Не знаю, у него хорошее настроение. Let's go, бамос, бамос, бамос. Большие гигантские проблемы, потому что в случае гола пропустит. Надо будет добивать три мяча, ну два тогда будет овертайм. Ну ладно, об этом чуть позже. Пока же у мяча Оливейра удар поворотом и гол. Да, добивает Порту. Один гости. Уф, 3-1. Где же Оливейра? Now they need 3. 3-1. Только 3. They need 3. Только 3. If they score 2, extra time. Да. Кристиан мяч обрабатывает. Кьеза удар. Кьеза, Кьеза, look at this guy. Look, look at this guy. Look, look at Кьеза, look at Кьеза. О, офсайд. Кристиан офсайд. Кристиан офсайд? Я думаю. Он для себя мяч обрабатывал, но когда понял, что Кьеза имеет более выгодную позицию для удара, уступил мяч. Кьеза пробил идеально верхний угол. Вот момент. Надо, конечно, посмотреть внимательный эпизод с офсайдом Криштиану, на мой взгляд, ну, на первый взгляд. Офсайда не было Криштиану, Бонуччи, ну и Андреа Пирло. Андреа Пирло и Серджио Консесао, два тренера и их эмоции. Я думаю, большая пауза. Гол, 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 гол. Ес, гол, ес, давай, давай, давай. Выиграли, выиграли. Vamos, vamos, Juventus. Vamos. Эмзи, Квадрадо. Жокер, жокер. Генераль, снова Квадрадо. Снова просит подачи в позиции Вентуса. Кьеза, удар! Агу! Кьеза! Кьеза, Кьеза, Кьеза! О май гад. This is the guy! Сейчас он ленив. Йофа, Кьеза лиг. Кьеза. Не офсайд. Мурата офсайд. Ту фаворита Мурата. Не фаворита. Ту фаворита. Ту фаворита Мурата. Фаворита. What a goal. What a goal. I think it's a goal. I think it's a goal. This guy is very good. Пошел. Еще все разбег. Удар поворотом и гол. See, I told you. Ah! Even is going home. Even is going. Oh my god. What's going on? Oh my god. Adin play minus. Adin play minus. Oh my god. 2-2! 2-2! Настоящая трагедия для Ювентуса еще! Гелькин, да, из большой. Гелькин. Да, Гелькин. Я, ты? Мне Адин на корнер. Oh my god. I told you. He started. Что? Почему? There is no player. Lying down. Почему нет? Oh my god. Why? Что это, man? Что это? Конец этой песни, Бернардески. Oh my god. А времени-то, сколько остается? 5 минут? Время? А время есть файт. Какое время? Какое время? Какой темпо? Темпо же все. Просто. Man, I'm feeling so bad for Cristiano. Oh my god. Cristiano, Messi. Это что-то. Завтра Месси сезон за Cristiano. Удар поворотом и здесь. Cristiano, это как посмотри. Гол, 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 гол. Давай, давай, давай. Только один гол. Давай, 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 давай. Давай. Вопрос. Это где? Би Ювентус? Да, да. О. Еще один, еще один. Но no, Ювентус сейчас? Да. Ювентус. Нет, еще один. 4-2. Да, да, выиграл Порто. Порто выиграл. Сейчас. Сейчас Ювентус дома? Да, да, да. Когда столько раз все
Давай, давай, давай! Еще один гол. Потому что два Порто. Да, 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 да. Да, да, да. А только один гол the Juventus be Porto. That was a great match. Thank you guys for watching the match with us. Thank you guys for watching our reaction. If you like what we do, if you want to watch more of our reaction, please subscribe the channel, thumbs up the video, and share with your friends. See you guys in the next match. See you guys tomorrow in the match of PSG versus Barca, where we will get 8-2. Till then, have a great day and have a great night. Till then, ciao. Ciao.